После жаркого, жаркого дня, где-то в позднем и солнечном мае, разлеглась тучка большая под шатром планеты Земля. Читаешь чужие письма. Мама, ты же знаешь, я ничего не умеющая тварь. Ты сама любила эпистолярный жанр. Помнишь той записочки, которую я получил почти сразу после первой полюции? Ты написала мне: «Я в тебя никогда не верила». Ты так реагировала на какие-то мои невинные шалости. Гулянки, пивасики, дубас. А вдруг действительно упадет? Превратится в цветок, расцветет и погибнет. What is your name? Su nombre? Скажи это на одну минуту. Элвих. Тон так или сто дичко, да? Тутичку Кать. Вирашкишка бери. Как это не мог? Али гань-гань, кальоно, ноки чекаш кетлика велни. Свыше, с мокрой ваты, летающей там, разбежались по здешним углам. Вокруг сразу стало тише. Воздух помнил, ничуть не тая, и в меня заливал эти тени без стыда. Я вставал на колени, без стыда, мир об.